Во-первых, по поводу перехода ваша, как вам адаптация, как проходит адаптация команды? Хорошо, команда приняла хорошо, вот, все нравится, подготавливаемся к сезону. Все вам понимание футбола. Есть ли большая разница для вас? Ну, конечно, у каждого тренера, у каждой команды разные требования, вот, но мне понятны в основном тренерские задумки. Вот, сейчас товарищеские игры будем анализировать, что-то корректировать. Уже есть понимание у вас, ощущение, да, что вы будете основным форвардом? Да нет, еще идут сборы, вот, как тренерский штаб решит, так и будет. У нас каждый футболист основной. Что об этом говорит Петр Михайлович? Не общались? Нет. По поводу того, кто будет играть? Нет, все показывает в тренировочном процессе. До этого форвардом был здесь Артем Зюба. После него нет ли у вас какого-то, может быть, мандража после такого форварда? Это один из лучших за последние годы. Какой мандраж? Все хорошо, команда хорошо приняла, все нормально. Не могу не спросить по поводу состава. Очень много из команды ушло ребят. И Антон Гранчик, и Фаджи Малединов, другие ребята. Все-таки это были в прошлом лидеры команды. Вас еще тогда не было в команде, но все равно у вас есть какие-то эмоции, чувства? Да, это большие игроки, большая потеря. Вот, но в футболе, я думаю, что нет незаменимых. Вот, если будем работать как единое целое, все будет отлично и будет результат. Сейчас команда тренируется уже достаточно долго, скоро начинается сезон. Есть ли у вас ощущение, что эта команда, этот состав может бороться за тройку точно, а может быть даже за чемпионство? Ну а зачем мы тогда играем в футбол? В себя, конечно, верить нужно. Мы все верим в себя и ставим максимальные задачи. Но это спорт, как мы будем работать, так и будет результат. Будем хорошо работать, будем выигрывать. Будем плохо работать, будем проигрывать. Все просто. Спасибо.